Есть! Эх, сошла! Олег! Небольшая, но блин! Всем доброе утро, зрители канала. А сегодня нахожусь я на реке Елеть. Вот на такой прекрасной реке. Нахожусь я сегодня не один, рыбачу на спиннинг. Первый щуренок есть, небольшой, такой грамм, не знаю, грамм на 700. Прекрасная погода, с утра дождик моросил, но сейчас вроде все развеялось. Я не один, я вам сказал, потому что у меня брат с другом поехали ставить жерлицы. Чуть-чуть подальше меня, сзади, вот там вот. И думаю, на жерлице посмотрим, что у них будет. А я тем временем решил покидать спиннинг вот по таким заливам, по всяким вот таким травам. Вода, смотрите, какая прозрачная. Просто супер вода. Видно все. Очень прозрачно. Ну и посмотрим, какая рыбалочка будет дальше. А время всего лишь 5 утра. Рассвело. И можно снимать ролики. Посмотрим. Давайте отправимся на рыбалку и поглядим, что из этого получится. Надеюсь, будет интересно. Теперь мы едем назад, а попался сегодня вот только такой щуренок. Вот такой щуренок. Ну сколько? Ну грамм, может, 700. Ну а мы едем на буксире. Дорога домой и на веслах. А она в буксире. А вот на жерлице была одна поклевка, щуку не удалось достать. И мы возвращаемся назад. Вот такие сходы были, вот такие челноки. Ну это уже не челноки, конечно. Там вот, вот он размером. То есть
Вот он размер. Ну, грамм 700, наверное, 800. Ну, такие поклевки у меня поутру были. Время уже 9 час, и больше поклевок никаких не стало. И мы решили возвратиться домой. Такие виды как раз классные. Ну, народ есть, народ есть. Катаются, рыбачат, ловят. Ну, в общем, есть. Ну вот, на этом наша рыбалка закончилась. Почти закончилась. Последние еще заброды с кружками пробуем уже перед машиной. Здесь, возможно, что-то еще все-таки клюнет. Надежда есть. Ну, у меня вот такая сегодня рыбка на спиннинг. Такая щучка небольшая. Ну, уже такую можно и взять. Вот такая рыбалочка. Интересно. Жалко, клюет плоховато. Клевала только по темну. Как рассвело, клевать перестала. Ну что ж, всем удачи. Всем пока. Заходите на канал и идите на Волге.